Андрей Олейник преподает в Военной академии военно-космической обороны в Твери. Он выпускник этого учреждения. В Искитим приехал с целью рассказать будущим защитникам об академии, о тонкостях при поступлении и обучении. Это единственный вуз в России, который готовит специалистов подобного плана. Как вам, наверное, всем известно, что противник на танках, на пешком и на кораблях к нам уже не приплывет. Сейчас сфера его деятельности вся перешла с воздуха уже и в космос, поэтому мы готовим специалистов по отражению воздушно-космической агрессии против нашего государства. Большая работа в начале призывной кампании проходит и с учителями городских школ. В первую очередь именно они на местах ведут профессионально-ориентационную работу. Благодаря такой работе, которую мы проводим на территории города Искитима и Искитимского района, у нас в прошлом году изъявило желание на поступление в высшее военное учебное заведение порядка 30 человек. Медицинскую призывную комиссию в рамках осенней кампании пройдут около 700 юношей. Около 100 из них отправятся на срочную службу. С каждым годом становится больше и тех, кто обучается военной профессии.